Сегодня первый день карантина для кинотеатров, театров и концертных залов. Пошли ли люди в кино в последние разрешенные дни? И что будет с фильмами, премьера которых выпадает на время карантина? Расскажет Регина Васильчук. У кинотеатра Горького в Бендерах пустынно. Возле афиш объявление «Кинотеатр закрыт». Внизу мелкими буквами «До 1 марта». На сайте кинотеатра такое же объявление, только с другой припиской. Чрезмерная забота о здоровье приостанавливает жизнь. В Бендерском кинотеатре все еще пахнет попкорном. Здесь даже кое-что осталось, то, что не успели продать на выходных. Администрация кинотеатра говорит, что эти выходные на выходные, похоже, не были. Людей было очень мало. То ли люди решили сами себя обезопасить, то ли неправильно поняли новости и решили, что кинотеатр закрывается еще в пятницу. Одна из самых ожидаемых премьер февраля – это фильм «Смерть на Ниле». Скорее всего, в кинотеатрах мы его посмотреть не сможем, потому что дата выхода была 10 февраля. Наши кинотеатры до этого времени еще точно не откроются. Это экранизация романа Агаты Кристи. В главной роли Галь Гадот, известная нам как «Суперженщина». Еще один фильм, который многие тоже очень ждали, но не смогут посмотреть – это «Падение Луны». В кинотеатре были и фильмы, которые успели до закрытия показать всего несколько дней. Один из таких – это мультфильм, который очень ждали дети «Мы монстры». Кинотеатры закрылись на месяц, но так говорили и в прошлый раз, почти год назад. Тогда в кино мы не ходили почти 3 месяца. Что будет с фильмами, премьера которых выпадает на это время, пока точно никто не знает. В прошлый раз, после выхода из карантина, кинотеатры на свой страх и риск показывали фильмы, которые уже были в свободном доступе в интернете. Наш зритель приходил на них, так сильно соскучились за кинотеатром. Регина Васильчук и Михаил Нестеровский, ТСВ.